юных лет я был восхищенным почитателем ваших картин «Бабушкин сад» и «Московский дворик». В них вы с таким молодым непосредственным чувством показали мне поэзию старого родного быта, заново открыли волшебное обаяние красок. За все благодарю вас, Михаил Нестеров. Поленов Стасову, 19 декабря 1876 года. Обращаюсь к вам с покорнейшей просьбой. Напишите мне несколько слов о моих работах. Я ценю ваше мнение больше, чем всех наших критиков вместе взятых. И чем прямее будут ваши слова, тем с большей благодарностью я их приму. Прежде всего, вам, уважаемый Василий Дмитриевич, надо влюбляться в ваши сюжеты всей душой. До сих пор вы были слишком индифферентны к тому, что писали. Оттого выходило мило, элегантно и только. Я слышал, вы собираетесь поселиться в Москве, а между тем Москва вам не нужна, равно как и вся Россия. У вас склад души ничуть не русский. Мне кажется, продолжает Стасов, что вам бы всего лучше жить постоянно в Париже или в Германии. Разве только с вами совершится какой-нибудь неожиданный переворот и откроются какие-то неведомые доселе коробочки, которые волшебным образом преобразят вас как художника. Жить постоянно за границей. Да как он мне мог посоветовать такое? Впрочем, Стасов видел лишь мои картины, написанные за границей, на сюжеты западноевропейской истории. Откуда ему знать о моей любви к родине и желании, сколько могу быть полезным здесь? Репин Поленову. В Москву! В Москву! Как взволнованно забьется твое любящее сердце. Вот увидишь сам, как заблестит перед тобой ее поэтическая правда. Мое воображение давно занимает один сюжет из русской истории. Пострижение негодной царевны. Царь Алексей Михайлович овдовел, и когда ему стали подыскивать вторую жену, царю приглянулась молоденькая красивая боярышня. И тогда, по наущению враждебной партии, старуха, обрежавшая девушку для смотрин, так сильно стянула ей голову кокошником, что та упала в обморок. Боярышню признали порченной и негодной и насильственно постригли в монахини. Уверен, что свою новую картину смогу написать только в Москве. И ее златоглавые соборы и узорчатые терема станут достоверным фоном моей трагической истории. В Москве в поисках квартиры Поленов забрел как-то в Трубниковский переулок, что близ Арбата. На окне одного из домов он увидел приклеенную белую бумажку. Сдавалась квартира. Комнаты ее показались художнику тесными, темными, неуютными. И когда он уже был готов покинуть квартиру, из окна кухни ему неожиданно открылся вид. Поленов тотчас снял квартиру и, не распаковывая чемоданов, примостился с мольбертом у волшебного окна.
Он так увлекся, что совершенно забыл, ради чего приехал в Москву. И когда вновь пришел в Кремль на этюды для своей исторической картины, то к ужасу своему понял, что совершенно охладел к ней. Он отложил в сторону эту работу и с той поры никогда уже более не возвращался к исторической живописи. Но в те дни Поленов был в полной растерянности. Неужели Стасов прав? Что делать? И тут ему вручают телеграмму. Наследник, будущий император Александр III, неожиданно вспомнил своего товарища по детским играм в царском селе и пожелал, чтобы Поленов сопровождал его на Балканах, где в то время шла русско-турецкая война. Приглашение показалось Василию Дмитриевичу спасительным. А вдруг там, на Балканах, ему, как художнику, откроются те заветные коробочки, о которых говорил Стасов? Поленов и не подозревал тогда, что они уже открылись ему в Москве, в Приарбатском Трубниковском переулке. В начале 1878 года Василий Дмитриевич вернулся с театра военных действий в Москву, в свою прежнюю квартиру в Трубниковском переулке. И опять перед ним встал все тот же вопрос: что писать? Он знал, что мать и сестры, Вера и Лиля, все эти годы терпеливо ждут от него картин из жизни Христа, хотя и не говорят ему об этом. И он сам еще не готов к такому разговору. Как год назад он подошел к кухонному окну, и вновь радостно забилось сердце. Он достал свой прошлогодний этюд, поставил мольберт, взял кисть. Писал Крамскому, словно извиняясь: «К сожалению, я не имел времени сделать более значительные вещи, а мне хотелось выступить на передвижную выставку с чем-нибудь порядочным. Надеюсь в будущем восполнить потерянное для искусства время». Газеты поместили восторженные отзывы. Поленов был единогласно избран членов товарищества передвижников. Но волшебный московский сон Поленова прервался так же внезапно, как и начался. В марте 1881 года, в возрасте всего 37 лет, скончалась его любимая сестра Вера. Перед смертью она позвала брата к себе. «Милый брат, тебе исполнилось уже 40 лет. Прошу тебя, не разменивайся на такие мелочи, как пейзажи.
пусть даже такие любимые всеми, как Московский дворик и Бабушкин сад. Будь серьезнее, как художник. Начни писать картины из жизни Христа, задуманные тобой еще в Академии художеств. Я уверена, ты достигнешь многого, и мама, и сестра будут счастливы. И Поленов дал сестре слово. Вскоре он неожиданно узнал, что известный искусствовед Прахов и богатый горнозаводчик, молодой армянский князь Абимелек Лазарев собираются путешествовать по Египту, Палестине, по местам, связанным с жизнью Христа. Художник обратился к ним с просьбой взять его с собой. И 19 ноября 1881 года Поленов и его спутники отправились в дальние края. А его пейзажи продолжали свое путешествие с выставками по России. Наши ежегодные выставки передвижников были подлинными праздниками. Появление их в Москве я ожидал с нетерпением, был их усердным посетителем и с грустью прощался с ними до следующего года. Одним из неожиданно больших праздников для меня было появление на них ваших картин «Московский дворик», «Бабушкин сад», «Заросший пруд». И, быть может, благодаря их сердечной магии я и сам стал художником. Спасибо вам. Илья Остроухов.